такой нетуристический Крым. Я обожаю такие места. Из-за деревьев, конечно, видно плохо. Но вот здесь, смотрите, такая роща, водоемы. Здесь, с этой стороны тоже. И самое главное, лягушки. Главное не свалиться. Такой водоем. Смотрите, вода чистейшая. Вот. Видите? Вода чистейшая. Как они поют. Да. Сейчас шаги услышат и замолчат. Ой, там уточки, по-моему, но я их не вижу. Ой, мой палец, простите. Такие урочища. Трава зеленая. И себе надо лягушек. Они так громко поют. Простите, это последствия простуды, болезни. Вот такая вот. Огромный водоем. Я не знаю, это озеро или река. Но, скорее всего, озеро. Да. Вот. Я в прошлом году, я вот сейчас когда ехала, я поняла, что я уже когда поставила машину, я поняла, что я здесь была в прошлом году или позапрошлом случайно. И вот здесь вот была цапля. Я ее не успела даже сфотографировать. Не то что снять видео. Она быстро улетела. И вот я вам сейчас хочу изюминку на тортике показать. Вот такое чудо. Смотрите. Цветение. Ой, вам, наверное, не видно против солнца. Сейчас мы... Такое огромное дерево. Сейчас... Ой, с этой стороны попробую. Это яблоня, наверное. Главное, в этот не свалиться. Вот она, смотрите. Ой!
Спасибо, друзья, кто смотрит мой канал Новый Крымский. Вот очень благодарна. Вот решила делиться с вами такой красотой. Спасибо, что вы есть.